Счастливый конец Хаята и Мурата – это начало трудных дней. В то время как жизнь говорит Мурату «да», не подозревая, в какой тупик он попадет, Мурат колеблется между любовью и гневом со смешанными чувствами. С весом фактов, которые он узнал, он начинает избавлять Хаята от всего. Хаят, не зная о фактах, которые узнал Мурат, видит всю вину на себе и думает, что Мурат не может простить ее из-за сказанной ей лжи. Однако он не собирается сдаваться. Что бы ни случилось, Мурат никогда не оставит ее, пока она его не простит. Посреди всего этого Мурат сталкивается с другой неожиданной реальностью, сопротивляясь попыткам дедушки вернуть Хаят. Связь между двумя семьями связана со счетами из прошлого. Мурат, который попал на свадьбу, пока все сдавались, выполняет свое обещание и женится на Хаят. Пока Хаят говорит Мурату «да», не подозревая, в какой тупик он попадет, Мурат борется между любовью и гневом со смешанными чувствами. Хаят, теперь уже замужнюю женщину, ждут тяжелые дни. Потому что мужчина, которого она любит и к которому привязана с большой любовью, не такой, как мужчина, с которым она сидела за свадебным столом. Мурат, превратившийся в совершенно другого мужчину в 18 серии Асклафтана Сламас, начинает принимать боль от удара, который он получил от женщин в своей жизни от Хаят. Не подозревая о фактах, которые узнал Мурат, Хаят видит всю вину на себе. И по этой причине он стремится заставить Мурата простить его. Мурат не оставит ее, пока она его не простит. С другой стороны, Мурат, у которого есть четкая позиция против попыток дедушки вернуть Хаят, сталкивается с другой неожиданной правдой. Напряжение между старейшинами двух семей возникает из-за рассказов из прошлого. Несмотря на то, что Мурат остановил Хаят на пути в Гирисун, это стало новым счастливым началом для них двоих, но эта любовь подвергается серьезному испытанию. Мурат, пытающийся простить Хаята, несмотря на всю ложь, теперь сталкивается с еще одним препятствием. Дедушка жизни Хасмёт. С появлением из двух семей, основанных на прошлом, Мурат сталкивается лицом к лицу с возможностью полностью потерять Хаят. Кто станет победителем в нарастающей войне между Хасмётом и Муратом? Однако Мурата, не отпускающего руку Хаята, несмотря на все трудности, переворачивает с ног на голову очередной удар, откуда он не ожидал. Сначала Хаят, теперь ее мать. Хаят и Мурат заплатят за ошибки прошлого, и тайна, которая выйдет наружу, создаст большой перелом в их жизни. И жизни великое ожидание, будет ли у него счастливый конец или большое разочарование. Несмотря на то, что Мурат остановил Хаят на пути в Гирисун, это стало новым счастливым началом для них двоих, но эта любовь подвергается серьезному испытанию. Мурат, пытающийся простить Хаята, несмотря на всю ложь, теперь сталкивается с еще одним препятствием. Дедушка жизни Хасмёт. С появлением из двух семей, основанных на прошлом, Мурат сталкивается лицом к лицу с возможностью полностью потерять Хаят. Кто станет победителем в нарастающей войне между Хасмётом и Муратом? Однако Мурата, не отпускающего руку Хаята, несмотря на все трудности, переворачивает с ног на голову очередной удар, откуда он не ожидал. Сначала Хаят, теперь ее мать. Хаят и Мурат заплатят за ошибки прошлого, и тайна, которая выйдет наружу, создаст большой перелом в их жизни. И жизни великое ожидание, будет ли у него счастливый конец или большое разочарование. Ибрагим, который пытался разорвать любовь между Хаятом и Муратом, придя на пломбы Дидем, полюбил Хаят и признался в любви в 15 серии. Мурату, который подслушал это признание, становилось все хуже с Ибрагимом. В отношениях Хаят и Мурата все хорошо. Тувалю, который спроектировал и сшил для нее свадебное платье, удается доставить счастье Мурату и Хаят. Однако, что происходит дальше, ситуации меняются местами, и Мурат рвет свадебное платье, которое тувальская дама сшила для Хаята. Пока происходили все эти события, Керем, узнавший, что Хаят на самом деле не Суна Пикташ, не появляется в последней серии. Все секреты между Хаятом и Муратом начали раскрываться один за другим, и все проблемы начали решаться. Более того, в тот вечер Мурат внезапным решением оставил кольцо на ладони Хаят. Теперь осталось только одно – разоблачение вашей большой лжи. Сможет ли Хаят объяснить Мурату эту ложь? Несмотря ни на что, двое влюбленных находятся рядом. Несмотря на секреты и ложь, они шаг за шагом идут к счастью. Пока перед ними не встанет Хасмёт Деди. Пока Хаят думает, как объяснить свой неспровоцированный уход с первого свидания, она подслушивает разговор Мурата и Дарука в святой среде.
Она и девушки, собравшись с мыслями, пытаются его разоблачить. Несмотря на все слова матери, Хайат отказывается уходить с работы. Тогда Эмини придумывает план. Она решает найти человека, которого любит Хайат. Когда она приезжает в Сарти, все идет не так, как планировалось. Более того, личность Хайат пропадает где-то в компании. Хайат боится даже взглянуть в глаза Мурату. Ведь игра, которую они вели с Ибрагимом, раскрыта. Рассказав о том, что произошло с девушками, Хайат говорит, что не может терпеть эту фальшивую жизнь и откроет Мурату всю правду. Тем временем Мурат решает открыться Хайат, поскольку между ними больше нет никаких преград. Он хочет сделать это в особенный момент и узнает, что в выходные у Хайат день рождения. Увидев Хайат, выходящую из каравана Ибрагима, Мурат испытывает сильный шок. Подумав, что Хайат ему изменяет, Мурат начинает требовать от любимой женщины отчета. Когда Ибрагим видит Дидем и Мурата в откровенном виде, он предупреждает Мурата: «Ты совсем не достоин, Хайат». После этих диалогов между ними возникают трения. Добро пожаловать в краткий обзор нового эпизода. Не забудьте подписаться на канал перед просмотром видео. Наслаждайтесь просмотром. Хайат не решается даже взглянуть Мурату в глаза, потому что игра, в которую они играли с Ибрагимом, была разоблачена. Делясь с девушками случившимся, Хайат говорит, что терпеть не может эту фальшивую жизнь и расскажет Мурату всю правду. Тем временем Мурат решает открыться Хайату, поскольку между ними больше нет препятствий. Он хочет сделать это по особому случаю и узнает, что на выходных день рождения Хайата. Любовь не понимает слов, что будет в новой серии. В то время как Хайат думает, что Мурат откроется ей, Мурат дает совершенно другую реакцию. Потому что он понимает, что Хайат играет в игры. Но он никогда не сдается, пока ждет признания. Аслы должна вернуть Дарука домой после вечеринки. Аслы, заснувшая в Сарсилмазларе, просыпается утром и видит перед собой Дирью. Дидем думает, что Хайат поселился в Мурате. Мурат также слышал, что Хайат живет с Ибрагимом. Когда ситуации запутываются, Туваль по-своему спасает ситуацию. Их работа для предстоящего запуска Сарт украдена. Понесет ли компания большие убытки или произойдет чудо? Перед зеркалом в полный рост Хайат и Мурат, очень стильные в своей пригласительной одежде, помогают друг другу. На колье, галстуки, бабочки, молнии и так далее. Затем они встают перед зеркалом, смотрят друг на друга и обнимаются.